Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану применением силы. Тегеран играет с огнем, заявил президент США, реагируя на информацию о том, что иранские ядерщики превысили лимит обогащения урана, предусмотренный ядерной сделкой. Неделю назад Трамп в последний момент отменил свое решение нанести удары по иранским военным объектам в ответ на уничтожение американского беспилотника. А теперь в интервью телеканалу Fox News он предупреждает, что в следующий раз в случае подобной провокации накажет Иран очень жестко. Трампу ответил глава комитета иранского парламента по ядерным проблемам. Мудштаба Занур сказал, что Израиль будет стерт с лица земли, если США рискнут напасть на Иран. Как разъяснил сегодня Сергей Лавров, американцы сами создали повод для новых угроз в адрес Тегерана. По словам министра, лимит обогащенного урана был превышен только потому, что санкции США не позволяют Ирану продавать излишки ядерного топлива.